Каждый год в Люберцах чествуют выпускников, которые добились особых успехов в учебе. В честь медалистов устраивают праздник, на который приглашают родителей, близких и, конечно, главных наставников – учителей. На этот раз традиционный бал отличников прошел в 26-й школе. Все подробности в следующем сюжете. Праздничная сцена, красная дорожка и первые места в зрительном зале. Сегодня они в очередной раз главные герои торжества. Умников и умниц городского округа уже поздравили в своих школах на выпускных вечерах. Теперь их всех собрали вместе, чтобы вручить наивысшую награду за многолетний плодотворный труд. Вы, дорогие выпускники, находитесь в авангарде молодежи, на который мы возлагаем большие надежды. Вы – золотой фонд люберецкого образования. Надеюсь, что вы станете настоящими тружениками, истинными патриотами, которые будут прославлять нашу Россию. Каждому из вас желаю успехов, удачи, пусть ваши мечты сбываются. Вы только в начале пути. Перед вами открыты все дороги, потому что вы научились главному – работать, работать и работать, получать знания. Учиться – это самый серьезный, самый сложный труд. Вы этому научились. Поэтому у вас все получится. Сначала на праздничную сцену пригласили девушек и юношей, которым удалось набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ. В этом году в Люберцах 19 стобальников. Выпускница лицея номер 4 Анна Никитина показала наивысший результат сразу по двум предметам. Ей также вручается именной сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Стобальники по очереди выходили на сцену с родителями, а медалисты шли получать свою главную награду вместе с директором школы. В этом году в копилке люберецкого образования 242 медали. Вначале было сложно, а потом в 10-11 классе как-то полегче было. То есть вначале было сложно, а потом как-то все само пошло. Дисциплина, наверное, нужно побольше над собой работать и развиваться с каждым днем. Ой, очень волнительно, очень рада за сына, очень-очень. Молодец. Я всегда уверена в детях, поэтому даже не сомневалась. Умников и умниц поздравили не только учителя, родители и руководство округа, но и артисты. Для медалистов был организован праздничный концерт. Луиза Игиасарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.